Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 июня. Память преподобного отца нашего Тихона, луховского чудотворца. Преподобный отец наш Тихон был родом из Малой России, из литовских пределов, и служил там в военной службе. Не перенося насилий со стороны латинян, он переселился в царствующий город Москву и стал проводить здесь благочестивую жизнь. Впоследствии, по крайнему смирению своему, он раздал имущество свое бедным, принял иночество и поселился на реке Лухе. Здесь он устроил скит, собрал много учеников и богоугодно стал подвязаться в посте и воздержании. По великому смирению своему он не принял священнического сана до самой кончины своей. Узнав заранее о своем отшествии к Богу и наставив учеников своих во всем, что могло служить к их душевной пользе, преподобный представился в вечные обители 16 июня 1503 года. Спустя много лет после кончины преподобного были открыты мощи его, и стало совершаться от них много исцелений. Впоследствии, благодаря усердию верующих, на месте подвигов преподобного была устроена честная обитель, которая по благословению Божию существует и до ныне. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.